На персональной выставке представлены картины и подушки мастера декоративно-прикладного творчества, жительницы Ивантеевки Валентины Фокиной. Более 15 лет она увлекается художественной вышивкой. В этом увлечении раскрывается яркий многогранный талант Валентины Васильевны. В ее коллекции работы на самые разные темы. На этот раз выставка посвящена Всемирному дню защиты животных, который отмечается 4 октября. Валентина Васильевна – лауреат многих вышивальных фестивалей, постоянный участник и призер конкурса, который ежегодно проводит фирма «Золотое руно». Выставка «Усы, лапы, хвост» открыта для посетителей до 8 ноября в часы работы библиотеки на Фубрах.